Виктор Львович. Виктор Львович, как-то вроде сначала казалось, что у вас похуже было. Может быть, правильно. Я как-то переживал. Может быть, было правильно. А, наверное, зря. Нет, не зря. Объяснить вопрос, как вы уезжаете. Потому что самолеты, сами понимаете, могут. Девушки. Так, первый вопрос. Ответить невозможно. Дальше. Пока невозможно. Второй вопрос. У меня есть некоторый стаканчик, который вам надо записать. Стаканчик записать для школы. На ваших фотографиях. И третий, я приехал. Я не понимаю, второй вопрос не понял. Сделаю большие фотографии ваши. А, понятно. Надо их подписать, чтобы. Сделаем так. И последний, я должен внести положение по финансовому сфере, подписать их нет. Третье, что подписать? Положение о финансовом. Надо подписать. Ну, конечно, мы. Пока я согласен.